Привет, обитатели интернета и мобильных сетей, это droider.ru. Мы находимся в столице Федеративной Республики Германия, городе Берлине. Выставка IFA 2015. И сейчас поговорим о телевизорах. Не так часто мы снимаем отдельные прям видео про новинки в области телевизионных ящиков. Но в этот раз компания Philips очень сильно порадовала. У нее есть известная технология Ambilight, когда телевизор по бокам подсвечивается светодиодами. Но на этой выставке представили очень важный эволюционный шаг этой технологии, который назвали Ambilux. И я сейчас вам покажу, вы поймете, почему это круто. Пойдемте в этот светлый куб. Вот этот телевизор, он принадлежит к серии 8900, пока есть только одна модель на 65 дюймов, но главная фишка заключается в том, что вместо светодиодов здесь по периметру, сзади есть 9 пикопроекторов. Вон они находятся прямо там, в серединочке, направлены в три стороны. Честное отличие от Ambilight, потому что в Ambilight еще есть подсветка снизу. Но поскольку там находятся проекторы, вы можете, точнее не вы, а телевизор, может выводить на них совершенно любое изображение. Конечно, в данном случае это изображение с экрана. И вы можете настраивать различную степень размытия того, что проецируется на стены, различные расстояния, на которые все это расходится. И в итоге получаются совершенно разные эффекты. Главная фишка заключается в том, что в итоге получается, что ваш телевизор как будто больше, чем он на самом деле. И эффект погружения в происходящее на экране, конечно, намного сильнее. Во-первых, это все становится шире, чем с Ambilight или вообще без Ambilight. Во-вторых, все это более детализировано, то есть вы видите за пределами телевизора продолжение картинки. Еще одним важным бонусом в этом является то, что здесь достаточно тонкие рамочки, вот эти вот. Соответственно, вы почти не видите границу между этими двумя кусками картинки. Работает телевизор, конечно, на платформе Android TV. Здесь мы это не можем потыркать, здесь запустим специальный демо-режим, но как бы понятно, как это будет выглядеть. Внутри четырехъядерный процессор, еще есть алгоритм доработки обычного Full HD изображения до 4K изображения. Кстати, разрешение матрицы, собственно, 4K. А еще внутри 16 гигабайт встроенной памяти, которую еще, конечно, можно расширить при помощи каких-то внешних носителей. Еще в телевизор встроен отдельный музыкальный режим, который подстраивается под музыку, которая играет. Подсветка мигает в такт ритму данной песни. Естественно, технология Ambilux будет работать с любым типом контента, с видео, с играми, с, не знаю, книгами, если вы видите сюда книгу, можно будет супер погружаться в текст, если захотите. Мне кажется, очень интересная перспективная разработка. Скорее хочется притащить эту штуковину домой и попробовать. Надеюсь, нам дадут это сделать. Разрабатывали это телевизор от концепции до конечной реализации около года, и уже в конце 2015 года, в четвертом квартале, он появится в продаже, но стоить, понятное дело, из-за таких технологических наворотов будет немало. Philips сейчас называет цифру в районе 5000 евро, но посмотрим, как оно на самом деле будет. Это был новый телевизор от компании Philips, который принадлежит к серии 8900. С вами были Борис Веденский и Валерий Истишев с выставки IFA 2015. Подписывайтесь на нас в YouTube, ВКонтакте, Фейсбуке, в Твиттере, в Инстаграме. Йоу, чтобы следить за апдейтами, и до встречи в будущем.